Пятый канал представляет. Проект РЖД и Антона Ланге. Россия из окна поезда. Станция Постышева. Восточная часть Байкало-Амурской магистрали. Условно, БАМ разделяется на два больших отрезка. Его восточная часть протянулась от Комсомольска на Амуре до неофициальной БАМовской столицы Тынды. Протяженность этого участка трассы – около 1500 километров. В отличие от западного БАМа, здесь нет таких высоких хребтов и перевалов, достигающих 3000 метров. Дорога проложена по марям, заболоченным участкам бывшей тайги, и ориентируется на долины крупных местных рек, таких как Амгунь или Зея. Высокогорный участок находится в районе Ургала и станции Постышева. Сюда дотягиваются отроги системы Дусе-Алинь, что в переводе с эвенкийского значит «чертово место», и хребта Турана. Эта часть БАМа и без того не самой обжитой трассы считается наименее населенной. Несколько поселков строителей и железнодорожников, удаленные от трассы эвенкийские улусы, да староверская деревня Тавлинка, уютно вписавшаяся в одну из петель верхнего течения Амгуни. Долгое время старообрядцы жили абсолютно обособленной жизнью, стараясь никак не соприкасаться с государством и окружающим миром. Но время диктует свое. Теперь большая часть мужского населения деревни составляет экипаж ремонтно-восстановительного поезда на станции Постышева. Слава об этой бригаде, где работники не имеют вредных привычек и не сквернословят, идет по всему восточному БАМу.